Первой гимназии завершает свою работу выставка поделок из природных материалов. Экспонаты вызвали небывалый интерес у зрителей. Чтобы спасти некоторые работы от поломок, руководителям даже пришлось их убрать. Выставка «Золотая осень» стала для гимназистов традиционной. Она проходит 10-й год подряд. В этот раз свои работы представила рекордное для мероприятия количество участников – около 150. Это поделки из природного материала, которые ребята делают совместно вместе с родителями, естественно. Ажиотаж у них называют даже «морская тема», несмотря на то, что выставка называется «Золотая осень». Ну, как вы видите, у нас очень много разнообразных работ, и ребята стараются, естественно, под руководством родителей. Фаворитом экспозиции, несомненно, стала поделка ученика 2 класса Никиты Солдатенко. Эту сложную по композиции работу он мастерил около недели. В ход шли всевозможные природные материалы – шишки, ветки, ягель. За основу Никита взял старый сухой пень. Моя поделка называется «В гостях у Мишки». Все работы, представленные на выставке, интересны и оригинальны. Сложные и фантазийные пятиклассников, милые и трогательные учащихся начального звена. Поделки выполнены из материала, позаимствованного не только у нашей северной природы. Ребята представили панно и картины из ракушек, арбузных семечек и крупы. На следующей неделе выставка «Золотая осень» завершит свою работу. По итогам мероприятия специальной комиссии будут выбраны лучшие экспонаты. Победители, а также остальные участники получат призы и подарки.